Все по-прежнему живу с Эриком. Ого, да вы уже 15 лет вместе. 14. На покупку квартиры выдается займ в размере 460 тысяч евро на срок 360 месяцев. Получается 25 лет, да? 30. 30 лет? Да. Так долго, в смысле 30 это почти столько, сколько мне? Стоп, стоп, стоп. У тебя просто хандра. Так, дальше не пойдет. Я больше не могу, вот и все. Мари. Эрик, мне нужна передышка. 3, 2, 1, за дна! Окей, там нет вопросов. Первая вечеринка после разрыва. Классика жанра. Поехали. Все же в этом возрасте снова стать незамужней намного веселее, чем жить с кем-то через силу. Расставаться полезно, потому что в среднем ты худеешь на 2 размера. Ты сама решаешь, когда, с кем и как. У тебя такая нежная кожа. Как делишки, попрыгуни. Ты должна быть благодарна. Придет день, и такого с тобой не случится. Все о тебе беспокоятся. Я просто не замужем, я же не больна. Почему ты считаешь, что мне надо идти? Он ужасно милый. Как тебя зовут?